Wake up, с вами Вова Кэс. Саша Спилберг призналась, что встречалась со взрослым мужчиной. У меня были отношения как с мужчинами старше меня. Фанаты подозревают, что Руслан Кузнецов скоро станет папой. Янго и Тилекс выпустили пародии на Билли Айлиш. Я плохой парень. Даня Кашин объявил дату выхода своего альбома. Скоро мясо, блять, вообще. Брайан Мапс выпустил музыкальное видео. А Дима Куплинов набрал 7 миллионов подписчиков. Тебе нужно обязательно подписаться на мой канал и нажать на... Так ты будешь в теме самых правдивых и свежих новостей. Лайк влепил, let's go! Итак, Дима Куплинов набрал 7 миллионов подписчиков. Для этого ему понадобилось почти 6,5 лет. За это время геймер залил на канал более 5000 видео и собрал более 2,5 миллиардов просмотров. По сей день Дима радует фанатов и выпускает по несколько роликов в день. Также он остается одним из самых уважаемых летсплейщиков на русском ютубе. А вы смотрите Куплинова? А в инстаграме я поотвечал на ваши вопросы, на самые интересные вопросы, между прочим. Так что смотрите мои сторис в инстаграме, подписывайтесь. Брайан Мапс выпустил музыкальное видео, которое полностью состоит из нарезок его роликов. Ну что, давайте приступать. И снова шедевр. Под ним, кстати, открыты комментарии. Могу нас наконец-таки поздравить с тем, что комментарии открыли. Наконец-то, твою мать, YouTube. Напомню, что YouTube почему-то закрывает комментарии под всеми видео Брайана. Также блогер сообщил, что его короткометражка выйдет до 10 июня. Мы ее уже почти... закончили монтировать, черновой вариант уже почти готов. Я думаю, она должна будет выйти до 10 июня. Вы как, ждете? Янго выпустил пародию на популярную певицу Билли Айлиш. Так ты крутой парень, как это действительно грубый парень. Просто не могу насытиться парнем, грудь всегда такой надутый парень. Текст песни полностью был составлен из Google переводчика. Именно поэтому он такой несуразный. Ранее Ян уже делал подобное с популярной год назад песней «Кики, do you love me?». Кики, ты меня любишь, вы едете, скажи, что никогда не дождь от меня. Многие отметили, что у блогера отлично получается перевоплощаться в девушек. Пародию на ту же песню Билли Айлиш снял и Тилекс. Только он не надевал синий парик и выступил в роли уже знакомого толстяка. Я стану стройным парнем, буду резок и брутален. А какая пародия вам больше зашла? Даня Кашин наконец-то объявил дату выхода своего альбома. Релиз, скорее всего, состоится 21 июня. Прекрасно понимаю, что вас всех замучил своим альбомом, блять, что он не выходит и не выходит. Я поставил дату 21 июня релиз. Чтобы вы понимали, альбом был записан еще в феврале, но ДК постоянно что-то менял, и в итоге все очень затянулось. Также, скоро мы увидим сразу два новых клипа. Будет два клипа подряд ебейших. А вот до выхода альбома Марьяны Ро осталось всего несколько дней. Пишите, чей релиз больше ждете. Марьяны или Кашина? Фанаты Руслана Кузнецова подозревают, что он скоро станет батей. О том, что девушка беременна, зрители заподозрили после их последнего видео. Там Ила одета в очень свободное платье. Но на одном из кадров можно увидеть ее округлившийся живот. Также недавно ребята выбирали в магазине детскую одежду. Переела Ила пельмешек или все-таки там плод их любви с Русланом? Точно сказать пока что нельзя. Но подписчики уже вовсю поздравляют ребят. А вот вы как думаете, мои подписчики, Ила беременна? А вот Саша Спилберг поведала о своей личной жизни в новом выпуске «Чата на вылет». Девушка рассказала, что у нее были отношения с разными мужчинами. Были и постарше ее, и помладше. У меня были отношения как с мужчинами старше меня, так и с пацанами, которые даже были меня младше. Вопрос химии. Ну а самой большой разницей в возрасте был 21 год. Максимальная разница в возрасте? 21 год. Учитывая, что Саше 21, то мужчине был примерно 40 лет. Пишите, как относитесь к такому, не слишком ли большая разница? Янго выпустил пародию на новую пародию. А вот Саша Спилберг порезала. А вот Саша Спилберг поведала о своей выпуске жизни на вылет. А вот Саша Спилберг поведала о своей личной жизни в чате в на вылетах. Учитывая, что Саше 21, учитывая, что Саша сорокет, мужчине был... Обязательно смотри другие мои выпуски. Подписывайся, колокольчик, лайки, дизлайки, шумихи в комментариях. До скорого!